Алло, здрасте. Я сейчас это в шлеме. Блять, я хотел обзор на эту игру сделать, так сказать. Просто обосрать и все. Я как бы, знаешь, это такое. Не лень как бы шлем был одевать, да, чтобы ее запустить, но как бы игра там воспринимается как Flatout 1 и пишет Excellent, что в 3D работает. N3D Vision или 3D Play. Ну, редко такие игры просто случайно встречаешь, да? Но это, блин, все равно относится к первой части. Собственно, она от первой ничем и не отличается. Оп, да я чему сейчас надел шлем? Ну, 3D, оно работает действительно без каких-либо глюков, идеально. Никаких теней там не пропадает, блядь. Как из машины выйти? А? В общем, блять, 3D действительно работает, блять, вот глубину даже увеличу. В общем, что про эту игру говорить, то что это говно лютое, это и так видно сразу, то есть это низкобюджетная совершенно параша, что, собственно, странно, потому что первая часть это пиздец, она типа крутой считалась, да. Но я-то как бы сразу понял, что это говно, все равно я не играл особо, как только она вышла, первая часть, вот. А там, короче, была фишка, что там вот эта физика была, такого нигде не было, да вообще ни в какой игре, что вот там вот прям падает, да и там бревно в машину, был, и это попадает водитель, его выбивает. То есть, а потом все вот эти вот 2 и 3 части, это то же самое первая часть, только еще ухудшенная. То есть графика там вообще никак не поменялась. Не то, что графика, да и все остальное, и меню такое же уебы, что с не хуже стало. Геймплей то же самое, вообще никаких изменений. Это же вообще пиздец. Это какая-то инди-игра ебаная сейчас выглядит. То есть самая отвратная гонка за последнее время, что я играл. Даже Cars по мультфильму намного веселее. А Музон какой-то, сука, ебаный металлист. Сука, блядь, срет там. Блядь, ну это пиздец, сука. Блядь, что за движок интересно тут они используют. Бесплатно, наверное, какой-нибудь. И, кстати, разрушаемость, то самое интересное, куда-то она вроде пропала-то, так это которая была в первой части, да? Блять, где он вылетает? Ты чего? Что-то не вижу, чтобы кто-то вылетал. Не, ну хоть водителя видно, да? Вот и тогда, сука, она вышла, все такие, о, блядь, сука, о, блядь, еще ищет трейлера, да? Они такие показывали, вот она, сука, вылетает, все вылетает. Ну как показывать, а Ютуба не было никакого, да? Там на дисках журналов размещали. И такие, о, блядь, ну это вот разрушаемость была как тут, да? Только тут что-то я бревен не вижу, да? Со стройки, которая там, блядь, тебя убить пытаются. Блядь, ну это какой-то пиздец лютый, кажется, блядь. Сука, это аркада, такая физика отвратительная, аркадная. Блять, ну это пиздец говно, да? Давайте выйдем, да? Аборт, шрифт бесплатный, да? Вообще желтым цветом бездарно сделано. Блять, это пиздец, сука. Блять. Сука. Даже шлем лучше игру не делает, собственно, это. Блять. Ну, посмотрите на это уебище. Что это за иконочки, да? Взяли, типа, железнодорожный знак какой-то, да, и, типа, нарисовали там в фотошопе. Блять, в бампе уебышные какие-то эти. Если вообще из клипарта не взяли какого-то или из другой игры. Пиздец, там даже иллюстрация лень нарисовали, скриншотов, да, арт сделали. Говно какое, а, блядь. Чё тут видеоопция? Блять. А. Блять. Тут что, нахуй? Графика еще плохая стоит. В общем, собственно, не важно, да? Я боюсь просто, да, если. Я просто не лазил в настройки, я думал по умолчанию. А, смотрите, графон лучше становится. Причем значительно. Хотя не особо-то и значительно. Вау. О. Варифар. Наверное, так лучше, так. Motion blur. А вот это круто, да, вот что в реальном времени я всегда люблю. Сука, потому что так бесит во всех играх, там меняешь конфигурацию, и она берет нахуй, сука, и там грузит там по 2 часа заново все файлы, там кешируют, хушируют, блядь. Разрешение, сука, нахуй ком у тебя перезагружается. Это, блядь, смотрите, вот этого мало в каких играх, но это охуенно, в реальном времени прям видно.
Блять, это сука, вот типа, да, вот как, блять, GTA 4, там сразу видно, или какой-нибудь, вот так. И сразу можно понять, ну так. Так, смотрите, вроде сделали, да, графон. Конечно, пиздец, такая дверь, нахуй, как Терминаторы, нахуй. Бац-бац, блять, охуенная, блять. Мне даже название само не нравится, Flat Out, блядь, какой ты... Это я знаю, почему название такое придумали, да, чтобы люди видят так и на коробке, Fallout, нахуй, 3. О, блядь, крутая игра, нахуй, сука, блядь, еще машины появились, блядь, надо брать, блядь. Надо брать, все-таки, о, блядь, Fallout 3, нахуй, вышел опять, сука, нахуй, блядь, вперед. И все-таки, о, блядь, да, блядь, сука. Такие, нахуй, блядь, даже, блядь, похоже, этот логотип на Fallout-то. Так, челлендж, это вообще пиздец. Оффроуд. Ненавижу, блядь, больше всего этот ёбаный Нацарт, сука, в пустыне. Блядь, а это что, гонки добавил? Монстр траки, блядь, давайте с траки. Вот, блин, блядь, сука, шрифт бездарный, сука, взят из Квейка, нахуй. Квей в Квейке, по-моему, такие шрифты же, уёбочные, бесплатные. Блядь, а эти модельки, это пиздец, это бездарные люди делали, это явно. В Европе игру делали, блядь, какие-то бездарные твари, да? Сука, блядь, какие-нибудь поляки или еще кто-то, где вообще эта индустрия никак не развита, вот они берут и клепают такую хуйню, такие ебало, да, ну какие ебанутых Микки Маусов захуячить из зада, блядь, сука, нахуй надо, блядь. Пиздец, я не думаю, что эта игра вообще на приставках выйдет, потому что контроль качества не пропустит такую хуйню. Нет, вот первая часть, она была блокбастером в то время, для того времени она даже нормальная была, да? И там продвинутая, понимаешь, она продвинутая была, сука, в графике, блядь, в технологиях, нахуй, вообще пиздец. А тут это, блядь, деградация как будто идет. Вот включил на максимум, да, эти настройки, ничего не изменилось, да? Блядь. 3D, блядь. Может еще прибавить глубины? На максимум сейчас. Вау, вот это, блядь! Круто стало, блядь, как будто в этой машине едешь. Блядь. Блядь, ой, сука, вот это, блядь, вот это кайф, нахуй. Блядь, глубины прибавил, нахуй. Сука, как будто, блядь, реальное, нахуй. Мозгу происходит. Блядь, о, блядь, даже страшно стало, блядь. Глубину выкрутил на максимум, сука, 3D. Блядь. Ну-ка, отключить, блядь. Ладно, не буду проэкспериментировать. Сейчас вообще наебнется все. Блядь, ну хоть 3D, блядь, работает, сука, не глючно, блядь. Блядь, сука, блядь. Блядь, он шабдуль, братья, он шабдуль. Он шабдуль, братья. Но все равно лучше в это говно вообще не играть. Сука, лучше в Split Second запустить. Сука, пусть там и 3D глючное, но, блядь, но работает все равно. Хотя, блядь, там двигают, блядь. Ну, блядь, ну как такое говно можно делать? Я хуею с этого. Это такое ощущение, что берут первую часть этого флоута, да, и в редакторе хуячат, я не знаю, новые трассы, да, блядь, или чего, блядь, и меню структуру изменяют, сука, в генератор редактора, вот тебе, сука, Fallout 2, блядь, и Fallout 3, нахуй, и Fallout 4, блядь, вот, блядь, нахуй это делать, блядь, сделали что-нибудь новое, блядь, сука, видимо, покупают долбоеба, а хотя, ну, блядь, хоть, блядь, два долбоеба, да, если купят игру, уже окупится, да? Сука, ну в редакторе хуячат игры, но, блядь, сука, блядь, вообще пиздец. Блядь, берут редактор, нахуй. Fallout 3, нахуй, делают в нем игру, блядь, за 5 минут. И называют игру Fallout 3, блядь. Вот, сука, тебе игра, блядь. Сука, блядь. Похуй на закон называется. Да. Ну, типа, видимо, блядь, раньше не было баги вот эти, то есть, блядь, какие, сука, джипы большие. В общем, сука, ненавижу джипы, гонки на джипах. Ненавижу гонки в пустыне, блядь, сука. Я же этого, блядь, рейджа проблевался, сука. Баги вообще, сука, ненавижу, блядь. Да и гонки вообще ненавижу, блядь. А больше гонок только вот, сука, раздолбанные всякие машины, которые едут, сука. Причем бесцельно, нахуй, по кругу, блядь. Это хуже игры просто вообще не придумать. Это пиздец, блядь. И, кстати, я говорю, я шлем настроил, да, что теперь вообще все четко видно, да. Я же думал, что это так должно быть, по краям размыто, да? Блядь, оказывается, надо его вообще нахуй, блядь, просто оторвать вот эту подушечку, да, и все. И как бы зависит от расстояния, от какого голова прилегает к шлему. Там типа, блядь.
Пиздец, сука, блядь, и все четко вообще нахуй. Есть еще разрешение 720p, поэтому Battlefield 3 намного хуже выглядит, блядь. Я ж расстроился, да, в шлеме, чем 1080p, потому что да, он так, блядь, в общем, блядь, ой, вот как раз, блядь, от этой игре-то, нахуй, 720p, это много. Разрешение, блядь, как такое говно, сука, делать? Сука, блядь. Блядь, сука, ебаное говно, блядь, а. Блядь, а. Блять, сука, блять, сука. Так, что тут есть? Батл арена, вот, типа, на выживание, сука, блять. Это какой-то ебаный, блять, 30 металл мне напоминает уже название одно. Сука, так я ненавижу, блядь, 30 металл, такую говну, блядь. И запустил на PlayStation 2 еще. Такая хуйня, блядь, сука, пиздец, а. Даже, знаете, экран загрузки, один это дверь, ебаная, сука. Хуй знает, как сделанная, блядь, из предыдущих частей, наверное, перекачала. В общем, блядь, и ты такой, о, блядь, и ты сетки, нахуй, когда вышла такая, о, блядь, крутая игра, нахуй, сука, блядь. Она, блядь, реально, сука, физика там такая продвинутая была, блядь. Прям человек, блядь, вылетает из машины, пиздец, такого не было. Бревна, нахуй, такие летят, блядь. Сбиваешь, да, бревнышко, и падают такие бревна, такие катятся, блядь. И в тебя ебаш, ой, блядь. Сука, ну это какая тупость ебаная. Она просто таранит друг друга, и все. От этого голова уже болит через минуту. Сука, блядь. Блядь, ускорение, блядь. Это так тупо. Сука, более отвратительная Аркадия данной гонки вообще невозможно. Блять, сука. Это ж пиздец просто, блядь. Просто пиздец. Блять. Сука, ну все отвратно тут бездарно сделано. Пиздец, блядь. Сука, то есть даже хуже первой части, по-моему. Блять, ага. Сука, совсем охуя, стантман. Ну, давайте, вот, типа, это, типа, фишка игры, они эту фишку игры превратили, блядь, целый, нахуй, режим игры. Теперь, нахуй, как у нас круто, блядь, человечки вылетают, сука, из машинки. Охуеть, блядь, пиздец, а. Блядь, ненавижу, сука, так, как же, сука, ненавижу эту хуйню, все. Блядь, пиздец, вот, блядь, что-то случилось, блядь, блядь, ой. Блядь, охуеть, блядь, вот это, бо, блядь. А вот это что-то прикольно уже, нахуй, типа, он дергается или не дергается? Он не дергает. Сука, какое говно. Я думал, ему трюки надо в воздухе лететь, пока он не сдох. Блин, какая же самая тупость и самая идиотическая идея запустить человека, блядь. Сука, не манекен человека, нахуй, сука. Блядь. Давай, грузись по новой, нахуй, блядь. Пиздец, а. Блядь. Аншелдуль, блядь, аншелдуль. Полное говнище, сука, блядь. Ну, отвратнее, хуже не придумаешь, блядь. Блядь, вот, сука, конечно, бомжа запускаем в космос, видите? Сука, чтобы не вонял. В общем, Аншабдуль, там подписывайтесь, уже больше 10 тысяч подписчиков. Там на форум заходите, там... Блядь, давайте еще последний раз, и все, потому что это невозможно выносить больше эту хуйню. Блядь, а? Ну, блядь, это, сука, блядь, нахуй. О, сейчас попаду. О, блядь. О, вот это круто проломило, да? Смотрите, как кубики или что там. Ну, конечно, говно, блядь, еще хуже. То есть, блядь, в общем, нахуй это говно. В общем, Аншабдуль, братья, Вибаран.